Здравствуйте, друзья. Я, видимо, по факту проживания в Соединенных Штатах оказался объектом внимания людей, которые хотели бы выполнять какую-то работу за доллары удаленно. И какой-то взрыв просто сейчас произошел почти ежедневно. Несколько человек, кто как там, значит, в личках там, на форумах, в Фейсбуке, в Скайпе, значит, говорят, что вот, мол, хотят работать удаленно, потому что экономическая ситуация ухудшается, там, и так далее. И вот, мол, значит, там дальше ветвится. Есть два аспекта. Аспект первый: человек уже, в принципе, в профессии, но хотел бы начать работать удаленно. И вторая ветка, значит, там говорят, вот если я возьму ваш курс там по тестированию, смогу ли я после этого работать удаленно? И что тут сказать? Нет, не сможете. Я так полагаю, потому что для того, чтобы работать удаленно, желательно уже обладать достаточно приличной квалификацией. То есть неудаленно можно найти людей, которые там немного знают. Для этого не нужно вот связываться с удаленностью. Если вы думаете, что удаленно дешевле, это с одной стороны может и дешевле, а с другой стороны дороже, потому что надо время на это тратить. И, в общем-то, что тут скажешь. Значит, когда люди на месте есть, никто бы удаленностью не заморачивался. Поэтому, или ты как бы специалист приличный, да, тогда есть какая-то возможность. Следующий вопрос, как эту возможность реализовать, это уже совершенно отдельная история. И у нас на этот счет есть плейлист на сайте, как искать работу за рубежом там, и так далее. Значит, это одна сторона. Значит, другая. Начинающему на этом празднике жизни как бы нет места. Третья сторона тоже. Значит, когда всем сразу вдруг, значит, это об одном и том подумалось, как Жванецкий говорил, возникает проблема того, что обостряется конкуренция, да, когда сразу все хотят одного и того же. Это не то же самое, что один захотел, потом второй захотел, потом там еще пару человек захотели. Это большая разница. И последнее, что я в этом хочу сказать, что даже то, что я нахожусь в Соединенных Штатах, не делает меня как-то правильно размещенным на этом рынке. Я не оказываю таких услуг и не беру за это деньги. И не знаю никого, кто бы искал кого-то удаленно, тем более начинающего. То есть мы абсолютно в стороне от этой дороги. Она, наверное, есть. И мы понимаем, что какие-то люди этим просто занимаются профессионально, зарабатывают на жизнь тем, что сводит выполнителя работы и там заказчика. Но мы-то чего? Это совсем-совсем-совсем не наши занятия. И рассчитывать на то, что мы можем как-то помочь, не нужно, потому что мы действительно не можем. Даже если бы мы безумно хотели, я бы сейчас все дела бросил и только этим бы занимался, все равно бы ничего не получилось. Поэтому я не бросаю и не занимаюсь, потому что я, может быть, тогда бы вот этим занимался, а не там, я не знаю, что, видео наговорил сейчас по дороге, может быть, я бы сейчас, пока до работы доеду, там с тремя менеджерами переговорил. Поэтому нет, это совсем не наш бизнес, ребят. Я очень как бы извиняюсь и сожалею, но не нашим. Тут на днях человек, вот где-то он, я боюсь соврать, в Казани, по-моему, у него изобретение, связанное с улучшением чего-то в электромобилях. Причем изобретение, видимо, еще как бы не оформленное, но просто у него как бы предложение есть. Как в автомобилях Тесла там чего-то кардинально улучшить. И он мне говорит: ну вы там же рядом, вот тут, с Теслой-то. Вы же, наверное, кого-то знаете, кому можно там. Что он им имейл написал, никто не отвечает. Вот, представляете, сколько они там имейлов получают. И вот не отвечают. И он говорит: ну вы же там на пятачке, значит, наверное, кого-то знаете или там можете узнать. Так нет, на самом деле, я думаю, что, находясь в Казани, вам, может быть, даже сподручнее, в том смысле, что интернет у вас есть, там желание есть, время есть и так далее. Вы можете сесть, покопаться. Значит, я уж не знаю там где, но есть места. Мы все понимаем, что можно найти, к кому там надо стучаться в окошко там или в дверь.
с тем или иным интересом. То есть я могу сесть на тот же самый интернет, и от того, что я физически ближе, значит, я не стану более осведомленным. Так что такая история, если бы все так просто было. Да. Вот, но при этом, при всем, рынок очень оживленный, людей действительно не хватает, особенно тех, кто хоть что-то знает. Поэтому какие-то возможности, безусловно, есть и на стажировку, и по рабочим визам, и удаленно тоже. Я вот на днях беседовал с девушкой, они скоро приедут, я вам ее покажу у нас на канале. Она с Украины сама, но последние годы живет в Словении, в Любляне. И вот работает удаленно на американского заказчика, очень прилично получает. Она, правда, не тестирует, а делает там дизайн, график, юзер интерфейс. Вот, и у нее как бы много заказчиков в Соединенных Штатах. Вот, наконец она сюда уже сама переезжает, официально все дела. И хочет у нас поучиться, я не знаю, ну, хочет, значит, пусть поучится. И вот я вам ее покажу. Поэтому, да, очень прилично человек получает, при том, что, в общем, живет в Европе, там, от того же там Киева или там Москвы по часовым поясам там рукой подать. То есть не то, что там как-то сильно отличается. Единственное неудобство, что она работает по калифорнийскому времени. То есть это ее так как-то так грузит малька. То есть у нее день начинается и заканчивается в не самое такое благоприятное время, потому что она в одном часовом режиме, да, временном режиме должна работать с местными ребятами. Так что успехов всем, кто хочет, но просто чтобы хотеть, надежно хотеть, да, надо еще и уметь, и быть в состоянии, и быть адекватным задачей, и понимать, чем ты занимаешься, и так далее. И когда все компоненты вот этого пазла, значит, они собираются до кучи, все делается легко. Когда у тебя нет оснований для этого, тогда сложно. Так что вот такие соображения. Счастливо!